Кубок чемпионата мира по хоккею прибыл в областную столицу. В Самару престижный трофей привез наш земляк Семен Варламов. Чтобы показать кубок самарцам, голкипер сборной России специально прилетел из Америки. В мае наш земляк победил на чемпионате мира в Финляндии. Варламов сыграл в составе сборной России в 8 матчах. Несколько лет назад талант Семена открыли именно самарские тренеры. Впервые хоккеист вышел на лед во дворце спорта ЦСКА ВВС. Именно там теперь уже именитый спортсмен показал кубок своим землякам. Юные спортсмены буквально обступили голкипера НХЛ. Для каждого из них встреча с вратарем сборной России – настоящая радость. Поприветствовать хоккеиста и увидеть кубок пришли ветераны ЦСКА ВВС. Сфотографироваться с почетным трофеем смогли все желающие. Екатерина Низамова, Олег Лаевский, специально для 63.ру.